Пилотный образовательный проект ВЭТ-2017 запустила мэрия Новосибирска. За парты сели более 30 бизнесменов, занимающихся производством. По окончании учебы они должны стать экспертами в сфере внешнеэкономической деятельности. Мы уже несколько лет работаем на зарубежных рынках, в первую очередь это Европа и Северная Америка, и все приходится делать своими руками, изучать и решать проблемы, ошибки на собственном опыте. Это достаточно сложно и дорого. Вот. Есть люди, есть профессионалы, которые знают те или иные особенности работы с экспортом, работы на зарубежных рынках, и мне, как руководителю компании, важно эти знания получать и интегрировать их в компанию для того, чтобы путь на зарубежные рынки был наикратчайшим. Бесплатные курсы продлятся 5 недель. Наставниками выступят известные и успешные предприниматели. Они расскажут о тонкостях таможенного оформления, поиске партнеров, юридическом сопровождении сделок, проверке контрагентов, особенностях сертификации товаров для зарубежного рынка. Занятия будут и теоретическими, и практическими. Организаторы школы внешнеэкономической деятельности уверены, за проектом обязательно последует увеличение количества экспортных сделок. Здесь, конечно, нужно результат отслеживать не сразу же, вот они там прошли определенный курс, да, и вот мы сейчас выдадим какой-то результат. Нет, конечно, здесь именно дальнейшее сопровождение, дальнейшее общение. Мы предполагаем, что в течение 3 месяцев после реализации данного проекта мы, собственно, сможем увидеть какие-то уже реальные истории и реальные плоды. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!